дать нашему сегодняшнему публичному мероприятию, вот в рамках публичной дипломатии, такой немножко живой и в каком-то смысле слова интерактивный характер, давайте мы инициируем сегодня не просто декламацию стихов, да, а еще и какие-то вопросы-ответы, потому что когда у нас в гостях автор, когда у нас в гостях поэт, вот знаете, ну, это очень дорогого стоит, это же все-таки такой энергообмен, это вот обмен опытом. Когда-то Анна Андреевна сказала, что вот, когда я спрашивали, как она пишет стихи, и рифмы, как сигнальные звоночки, тогда я начинаю постигать, и кем-то продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Кто-то продиктовал. Вот мой вопрос к вам, Евгения. Кто вам диктует? И диктует ли вам? Как к вам приходят стихи? Пожалуйста, распахните свое сердце для нашей теплой, ласковой аудитории. Расскажите, поделитесь, как вообще вот написать гениальное стихотворение? Как к вам приходит вдохновение? Вы пишете после утреннего кофе? Или, я не знаю, после вечернего чая, когда к вам спускается Пегас, и вот чем это знаменуется? Прошу вас. Бывает по-разному, честно говоря. Иногда бывает, могу проснуться ночью от каких-то строчек, которые в голове. Ну вот просто сплю, и что-то в голове, я просыпаюсь и начинаю это быстро записывать, даже не понимая смысла, что это такое. Потом уже на утро читаю и понимаю, что там вот какой-то смысл заложен, и иногда дописываю до конца, иногда бросаю, по-разному бывает. То есть бывают стихи, которые вот прям вот на какая-то эмоция, да, появилась, вот я чем-то вдохновилась, я могу сесть и написать. То есть прям бывает, стих льется. Но не всегда так, иногда это труд. Например, когда я писала детские стихи про своих детей, я, например, вижу, между ними произошел конфликт, я понимаю, что мне нужно об этом написать. Ну вот конфликт и чем он завершился, да, чтобы там этим стихом быть полезной для других семей, для других детей, чтобы, ну, как-то это было поучительно для других. И тогда у меня уже как техническое задание такое своеобразное, да, я начинаю, я пишу, то есть какой-то определенный план, там, что в этом стихотворении должно происходить, чем оно заканчивается, и уже пишу по плану. То есть это даже сложнее, потому что нужно вроде как сохранить легкость и при этом, так сказать, чтобы вот моя цель этого стихотворения, да, там, чему-то научить детей других, чтобы она была достигнута. То есть разные бывают у меня посылы для написания стихотворения. Спасибо.